Так, добрый день. Сделаю видео на русском. Видео, ребята, сделаю на русском. Такое довольно коротенькое. Вот уже новый чеснок. Вот, видите, кушаю новый чеснок. Сосед угостил. Вот сегодня, видите, купил эти, как его, туи, 5 штук. Видите? Посадил 5 штук, да, покажу. Еще буду сейчас там дальше продолжать, потом сейчас не скажу все до конца, как будет, но потом увидите. То есть вот это домик, где будет этот качели внутри, там как его, короче, где можно лежать, такой лежак, который качается, да, вот, и купил туи. И вот здесь очень, если присмотреться, песка навез. Раньше здесь было большие ямы. Вот 2 дня подряд здесь занимаюсь. Вот это все песок, целую кучу, машину привезли. И между этими зданиями, видите, все песок красиво. В общем, продолжаются работы. И все вот такое. Но, ребята, что хотел немножко всем сказать. Такое дело, что, ребята, 77% меня смотрят без подписки. То есть, понимаете? Ну, хочу сказать такое дело, что, ребята, подписывайтесь, потому что это все помогает. Вы же, если кто ждет какие-то там новые ролики, новые что-то, видео, ну так это все творчество, это все надо, ну, поощрять или как, да? Поэтому с вас ни деньги, ничего, только одно единственное, да? Подпишитесь на канал, потому что это страшная статистика. 33% смотрят, которые подписались, и 77%, которые без подписки. Так что, если я уже сейчас почти 3000 подписчиков имею, почти, но не можем дотянуть, я жду, когда вы там подтянетесь, то если вы все подпишитесь, 77%, ребята, ну так у меня еще пару тысяч подписчиков будет больше. Поэтому, ребята, просьба такая, ну, ругаться не буду, хотя это видео хотел такое немножко, да, сделать, но давайте подпишитесь на канал и будете смотреть дальше, продолжаем все, что я здесь делаю и говорю, и все. Но надо подписаться на канал, чтобы было честно.